Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное отключение электричества. Вот, пришлось две двери открыть, и эту, чтобы проветрилось. Потому что, вон рыбка всплыла наверх, хапать воздуха не хватает им. Потому что температура как-никак плюс 33 где-то градуса воды. И тут прекратилась аэрация. Вот. Только-только вот начали, спустя 1,5 часа, вот, начали подниматься. И воздух с поверхности хапать. Ну, еще как бы относительно не так сильно проголодались кислородом, потому что когда они голодные были, вот у меня за домом стоял ящик. Я вот просто подходил, чуть ли рукой их не гладил, когда вот не хватало им кислорода, когда отключили электричество. Вот, в связи с этим, короче, нужно это, наверное, покупать генератор, потому что и малька много, и рыба уже это большая, и кислорода ей нужно больше. Вот. Ну, по практике, ну сколько, где-то часов 8 они вот так выдерживают. У нас один раз отключали, и 8 часов вот при такой жаре спокойно выдерживали. О, ну давай, подыши воздух. Жалко рыбку. Вот, так что такие вот дела. Вот такие заросли тут. Перекинул биозагрузку в куб, какая у меня вся была, получилось больше 500 литров. Вот. Сейчас должна улучшиться очистка воды, потому что больше биозагрузки, больше микроорганизмов, лучше очистка происходит. Да, жарко, жарко тебе, рыбка, жарко. Ну а что делать? Какая-то авария в городе. Ничего не поделаешь. А как вы справляетесь с такими ситуациями, когда отключают электричество, а у вас нету дополнительного источника питания? Что делаете вы в этих случаях? Поделитесь в комментариях. Будет очень интересно почитать. Вот я думаю купить на днях генератор. Вот. И ИБП, источник бесперебойного питания. Чтобы уже раз и навсегда забыть об этом. И чтобы в таких случаях работал и генератор, и источник бесперебойного питания, потому что живу в частном доме, и поэтому здесь как бы это необходимо. Хотя бы, особенно зимой, когда электричество ну, иногда редко отключают, а насос от котла, он от электричества работает. Поэтому здесь все завязано, и этот источник бесперебойного питания лишним точно не будет. О, крутится что-то возле меня тут. Слышат меня, наверное. Подплыли. Вот такая еще удивительная ситуация, когда подхожу вот к кормушке, да, сажусь, они начинают активнее кушать. Так что такие вот дела. Ну, сегодня будет подлиннее видео. Хоть посмотрите на рыбок. Они тут возле меня тусят, прячутся от жары. Вот, чтобы не соврать, давай сейчас померим, сколько температура воды. Сейчас у нас
Вот на полу 33 градуса. Давай померим, что тут у нас с водичкой. Ух, какая горячая вода. Наверное, 35 все. Ну, 34. Можно сказать, 35 градусов. Ну, 35 градусов вода. Прямо парное молоко. А было, когда за 35 ушла температура. Получилось как я такую руку в воду опускаю, и я не чувствую то, что я в воду опустил. То есть, ну, она была температурой тела, вода, и очень тепло было. Вот, так что такие вот дела. Будем ждать, когда будет включать свет. Ну и уже восстанавливать состояние воды и состояние рыб. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями и увидимся в новых видео. Всем пока!